Всем салам алейкум. В Маслихате, в парламенте, стоит вопрос по поводу отправки миротворческих сил Казахстана на территорию Белграда, якобы защищать от украинцев. Мы все прекрасно, народ Казахстана прекрасно понимает, что это ложь, и мы против. Поэтому я хотел бы обратиться к депутатам, чтобы они это решение не принимали, они на это не шли, потому что и они сами в том числе прекрасно понимают, что это очередной не очень умный ход плешивого карлика, который хочет, не знаю, реализовать свои амбиции и сам в болоте, и хочет втянуть в это болото страны ОДКБ, в том числе и Казахстан. Поэтому я, как гражданин Казахстана, я считаю, что весь Казахстан со мной солидарен, кроме тупых ватников. Все со мной солидарны с тем, что нельзя миротворческие силы ни в коем случае туда отправлять. И мы понимаем, что это болото, и мы туда, в это болото, не хотим. Поэтому я со всей серьезностью заявляю, что будем, как бы, мы против этого, мы будем бойкотировать. Я обращаюсь всем, кто это видео видит, максимально распространите это. Сами записывайте видео обращение против того, против данного инцидента. Распространяйте это как можно больше. Говорите об этом в социальных сетях, на улице. Говорите о том, что мы все, граждане Казахстана, против того, чтобы наши миротворческие силы отправляли на территорию Белграда. Это не наша война, из-за амбиций плешивого карлика мы не хотим страдать. Еще раз прошу, пожалуйста, подпишитесь, распространите это видео как можно дальше и говорите об этом, создайте резонанс, прецедент. И обращаюсь к вам, опять же, депутатам. Байкандар, это вот это решение для вас плохо обернется. Народ выйдет конкретно против вас. Сонда Куресиндер. Всем салам алейкум.